Здравствуйте, это прогноз погоды с Юнисом на телеканале ПС. Я пою на прогнозе погоды. Вызывают слова удивления? Да, после фраз о ветрах и солнце будет маленькое представление. Итак, о погоде на 28 число в Архангельской области. В Котласе плюс 18, ясно, в течение дня без осадков. Ветер слабый. В Плесецке ясно, осадков на протяжении дня не ожидается. Ветер слабый и плюс 13 на термометрах. И Вельск. Температура воздуха плюс 16, ясно, весь день без осадков, ветер слабый. Ну и, конечно же, о погоде в Архангельске. Утром плюс 8, малооблачно, слабый ветер. Днем ясное небо, плюс 15 на термометрах, ветер умеренный. Вечером температура понизится до плюс 9, тоже ясно и слабый ветер. На протяжении дня осадков не ожидается. Ну и как обещал. Эй вы, придворная толпа, я вас не вижу, я вас не слышу, я отрешен. Судьба, в которую влюблен, дает мне право смеяться даже над королем. Увидимся на телеканале ПС.